ребята, я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Сестрички. Так, у нас уже заканчиваются каникулы, а это значит, что скоро школа. И сегодня мы будем готовиться в школе. А именно, мы будем собирать рюкзаки. Проверять канцелярию, что нам нужно, что нам не нужно. Нам все не нужно, потому что нам школа не нужна. Ну что, ребята, вы оставайтесь на нашем канале. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы погнали. Ну а сейчас мы хотели рассказать вам о домашней школе интернет-урок, в которую мы совсем скоро планируем перейти. Домашняя школа интернет-урок – это школа в интернете, а значит, в любом удобном для вас месте. Эта школа подойдет для каждого из вас, независимо от того, где вы живете и какое у вас гражданство. В школе работают профессиональные педагоги, которые объясняют любую тему урока на понятном языке. А самое классное, что расписание построено так, чтобы оставалось много времени для развлечений. Например, блогинг, вокал или хореография. И даже если вы пропустили урок, вы всегда его можете пройти повторно. А после окончания школы вам выдается аттестат государственного образца. Приезжать нужно только на ОГЭ в 9 классе и на ЕГЭ в 11, в тот город, где находится школа-партнер. Если вы уже зарегистрировались и хотите попробовать обучение в школе интернет-урок, то скорее переходи вниз в описании. При регистрации вы получаете бесплатную пробную неделю, в течение которой вы можете понять, подходит ли вам такой формат обучения. С этим рюкзаком я ходила в школу, а сейчас я его хочу поменять на старый. Ему, наверное, уже года 4 точно. С этим рюкзаком я хожу в школу. Ну что, будем собирать мой рюкзак. Посмотрю, осталось ли здесь что-то. Моя еда. Еда моя. Смотрите, какая она здесь грязная. В этом кармашке больше ничего нет. Так, эти все книжки и тетради нам добавить домой. Не знаю зачем, но... Мы уже думали, что будет карантин. Теперь я уношу их обратно в школу. Это моя папочка, которую я складываю домашнее задание. Тут у меня тест по французскому. У меня еще ланчбокс, в котором тоже еще еда. Я всегда беру еду с собой в школу, но никогда там не ем. Ну что, рюкзачок пустой. Он идет в стенку. А мы берем мой новенький рюкзак. Убираю папку в папке. Так, теперь у меня идет папочка. Вот, это мне не нужно. А это, потому где показывают, ну, если школа дома, не знаю. А, это... Я ходила к моей подружке, здесь осталась конфетка. Это американская конфетка. Мы с ней пробовали американские конфетки. Она мне дала вот такую вот конфетку, она очень острая. И все, по-моему, больше ничего нет. Тут у меня маска! Я ее искала. Все, рюкзачок готов к наполнению. А теперь пойдемте к моему столу и будем собирать всю мою канцелярию. Это математика, это немецкий. Тут еще математика, география. Убираю в рюкзак. Тут у меня есть немецкий. Прикольная собачка. Тут книжка, где надо писать. Вообще не знаю. Здесь все раскидано. Сейчас я буду искать всю мою канцелярию. Так, вот это мне завтра понадобится, потому что у меня завтра французский. Это карточки по французскому. Завтра у меня французский. Так, это House of Copenhagen. Сюда я пишу все мои домашние задания. Это тетрадь для домашнего задания. Она мне всегда нужна. Эту папочку я тоже беру с собой. Сюда я складываю домашние задания. Здесь у меня тесты всякие. Так, это математика. Это пока мне не пригодится. А это мне пригодится. Это тетрадь, чтобы записывать домашние задания. Она мне всегда ломается. Если хорошо обращаюсь. У нас очень мало домашки. Я буду перебирать пенальчики. Может быть, какие-то поменяю. Вот этот. Этот пенал я шила сама. Я, наверное, возьму другой пенал. Я, Маргарита, взяла вот такой вот зелененький пенальчик. Смотрим, что у меня в пенале. Это вот мои пеналы. Я с ними всегда хожу. Сюда я всегда ложу все мои вещечки, которые мне нужны всегда. Например, вот эта вот ручка. Она мне всегда нужна. Это запасные стержни для ручки. Тоже мне нужны. Такие вот текстовыделители. Дальше простой карандаш. И запасной простой карандаш. У меня ножницы тут. Их я вот сюда. О, моя поломанная ручка. Я ее вот сюда вот. У меня есть еще вот эти вот ручки, которые стираются. Запасные стержни. Вот это мне не надо, она поломана. Вот такую ручку с зайчиком. Теперь еще есть простой карандаш. Вот это чудик. Здесь у меня разные стирячки. Здесь у меня много. И шарники здесь тоже. Сейчас я буду выбирать себе ластик. У меня вот такой вот новенький есть. Вот такие вот. Пингвинчик и Дед Мороз. Этим я уже стирала. Это из киндер-сюрприза. А еще вот такая вот щепка. Так, с этим пенальчиком мы закончили. Тут у меня еще есть простые карандаши. Какая маленькая. У меня есть два клея. Вот я больше не буду брать, он не клеит. Этого тоже вот сюда. Сюда. Теперь у меня еще есть точилочка моя. И стиральная резинка. И все, мой пенал пустой.
отстой. Теперь будем вот этот пеночек заполнять. Я думаю, я возьму другой, потому что он здесь грязный. Здесь где-то у меня еще пеналы. Вот у меня много пенальчиков. Здесь еще фломастеры, я совсем забыла. Сюда будем сейчас класть. Положим наши карандашики. Так, что еще положить сюда? Вот такую вот ручку. Мастер. Я еще возьму вот такие вот стикеры. Может быть, что-то буду записывать. Здесь у меня куча текстов выделителей. Здесь две такие. Здесь две такие. Я все не буду брать с собой. Ну, оранжевый точно, желтый точно и зеленый. Я положу их вот в этот кармашек. Вот сюда можно. Нет, они вмещаются. Просто так положу сюда. Теперь у меня еще есть ручки тоненькие. Лайнеры, они у меня уже какие-то уже заканчиваются. Их я с собой беру. Я еще с собой возьму косметичку. Ну, такую маленькую. Положу вот такой вот бальзам для губ. Уже сейчас холодно, и губы нужно увлажнять. Все, маленький. Дезинфектор обязательно. И крем для рук, потому что у меня руки сухие. Ну что, вот мои пенальчики готовы. Идем их в рюкзак. Сейчас у нас зима, поэтому я обязательно возьму крем для рук, бальзам для губ и антисептик. Антисептик я повешу на рюкзак, чтобы его быстрее достать и обработать в руки. Все, вот так вот будет выглядеть. А сюда я поставлю бутылочку. И ланчбокс. Эту маску я постираю и потом возьму с собой. Вот эту масочку я тоже возьму в рюкзак. Это у нас были труды, и мы шили маски. Ну вот, я и закончила собирать мой рюкзак. Завтра пойду вот так вот, вся зеленая. Ну что, я заканчиваю? Такой тяжелый. Ну что, ребят, на этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.